Семена Statica kiss yellow, Statica kiss yellow, можно высаживать в открытый грунт. Важно, чтобы место посадки было светлым и теплым. Высота растения достигает 75-90 см. Стебель прямостоящий, наделенный зелеными, продолговатыми листьями. Множество мелких, ярко-желтых соцветий собраны в метелке. На вид Statica изысканно, эффектно. Она давно покорила флористов и ландшафтных дизайнеров своей самобытностью. Наилучшее применение находит в составлении живых букетов и сухих композиций. Особенно красиво смотрится в группе с другими сортами серии KISS. Statica подходит для оформления миксбордеров, альпинариев, бордюров. Statica kiss yellow – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров. Statica прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания Statica прекрасно подходит телипце и открытый грунт. Расцветает Statica kiss yellow в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Лист этого прекрасного растения по форме продолговатый. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.